Приветствую вас. Вы знаете, если толковать сновидение профессионально, да, то по-хорошему нужно, чтобы вы описали свой последний сон, который вы видели. Ну вот. В таком стиле, как вы описываете. И чтобы вы описали те события, которые происходили с вами, ну, например, за, скажем, две недели. За две недели до этого события, ну, до этого сна. Вот. И сам сон анализируется исключительно по, так сказать, впечатлениям от них. То есть вот. Ассоциация, да, например, видите вы, допустим, там, грубо говоря, студентов, да, просто, ну, студенты, да, с чем у вас ассоциируется студент, какие чувства вызывает, так далее, вот, причем, самая первая ассоциация, она, не истинно. Самая первая ассоциация не истинна. Потому что это то, что, ну, привычно, то, что лежит на поверхности, как правило. Вот. Поэтому здесь исследуется и анализируется именно вторая, третья и так далее. Ассоциация — это гораздо более важно. Дальше. То, что вы описываете, да, вот, ну, то, что вы описываете, очень похоже на, я бы сказал, на агрессию. На агрессию. То есть вот у вас имеет место быть невыраженная агрессия. Мне так вот это видится. По крайней мере. Вот. А что стоит за агрессией? Сказать сложно. Либо это невыраженные желания ваши, ну, невыраженные потребности вашим. Либо это угроза. Да, то есть, либо это вот неотреагированное что-то. Вами, либо угроза, которую вы воспринимаете, ну, в реальном мире. То есть тут вот нужно смотреть, разбирать и так далее. Вот, но однозначно, что вот сон, который вы видите, да, он такой довольно как бы жесткий. Вот, жестокий. Вот, это агрессия. Вот, и с чем она связана, да, эта агрессия, это уже вопрос к вам. Вот, то есть, что-то в вашей жизни имеет место, что-то в вашей жизни подавляется, что-то в вас самой, вероятно, подавляется. Вот, и, соответственно, что-то вы себе запрещаете. Вот, что именно нужно выяснять, потому что так это, ну, нельзя так сказать нельзя. Это нужно именно выяснять, вот. Надеюсь, что данный аспект вам поможет для прояснения ситуации. Вот, еще раз, если вы хотите действительно понять, что стоит за вашими сновидениями, да, то есть какие аспекты стоят за вашими сновидениями, необходимо проанализировать все элементы сновидения на ассоциации. И необходимо проанализировать те события, которые с вами происходили непосредственно до
ну, за 2 недели до сна, который вот вам приснился. И это вскроет очень многие интересные моменты, важные моменты для вас, вот, которые и станут ответом на ваш вопрос. Вот. То есть тут вот, в принципе, гадать, да, больше заниматься диким психоанализом, да, мне кажется, неправильно. Вот. То есть просто, ну, как бы вот, говорят, что, а знаете, вот у вас там что-то такое, а знаете, вот у вас там что-то такое, это не профессионально. Хотите разобраться? Давайте будем разбираться. Это работа. Если готовы работать, то, соответственно, все будет. Если нет, ну, что ж. Тогда сны так и будут вам сниться, и вы не сможете узнать, о чем подсознание вам пытается сказать. Что, в свою очередь, означает, что вы себя недооцениваете. На этом все. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!